Да, в этом направлении. Вот мы одни тут. Сейчас 35. Когда вот сейчас шагу так говорят, да? Пулю все отстреляли, перед пули лопатами бегите, да, туда? Да. Вот. Там уже... Командир, давайте если воевать, то можно давать. Грандомет? Похода нет. Кстати, вот я что-то вот не знаю, не стою. Вот, вот эти все проблемы. Думаете, их не озвучивают? Думаете, их не озвучивают? Один вопрос, вперед. Они ушли, нету ничего. Чего они ушли? Команда была какая-то. Вот сидит генерал. Вот сидит генерал. Почему они ушли? Боеприпасов нет. Кто им дал команду? Кто им дал команду? Вчера комбриг, или когда его вызывали? Когда вы это шли? Я дал команду, нахуй. Он уехал, командующего сняли с должности. То, что эту позицию сюда новую приехал, командующий сейчас. Командующего сняли, и комбрига сейчас нахуй. Это уже не специальная военная операция, тут уже законы другие. Я знаю. Давай, если сейчас они вот так хотят, да? Если мы идем, боеприпасы закончатся, мы там сдохнем, да, короче? Да. Все, вот это хотят. И всем заявили были, да? Нет, команда, отход. Когда пули закончатся, лопатами будем команду ждать-то. Точно так же говорим. Нету техники. Мы не можем, мы как раньше не можем. Надо. Кадыровские войска на... позиции и снимаете. Как мы снимали за то? Без боя, что ли? Давайте солдат тоже. Солдаты тоже подумайте. Просто будем ждать лоб. 250.